Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Infinix Hot 20A. И сейчас я покажу вам, как поменять язык клавиатуры. Итак, для этого мы открываем где-нибудь клавиатуру. Далее нажимаем на значок шестеренки на клавиатуре и выбираем языки. Далее нажимаем «Добавить клавиатуру». Выбираем какой-нибудь язык, который хотим добавить. Нажимаем «Готово». И теперь мы можем вернуться назад, открыть также нашу клавиатуру где-нибудь, и нажимая на вот этот вот значок, мы можем переключаться между языками клавиатуры. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.